Отлично. Итак, давайте мы с вами попробуем продолжить. Кто-то у нас с интернетом немножко не лады. Но я думаю, что это ничего страшного. Так. Так, сейчас, секундочку. Звук. Так. Есть, вот так. Итак, ладненько. Итак, идем. Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Виктор Луганский. Я практик тибетской буддийской тантры и дзогчен, а также я практик йоги с 27-летним стажем. И сегодня у нас будет очень интересная тема. Кратко о себе. Кратко о себе. В начале 90-х я практиковал индийскую йогу. Это было недолго, но это послужило довольно-таки неплохим стартом, скажем так. Индийскую йогу я практиковал недолго, около трех лет. Надежда, а я так понимаю, что вы во второй комнате взяли управление в свои руки, да? Потому что я не могу. Вы сами будете менять. Хорошо, тогда сами меняйте. Так. Я недолго занимался индийской йогой, но это послужило хорошим стартом. Дело в том, что я занимался боевыми искусствами, вот, и индийская йога немножко мне не подошла, поэтому я начал практиковать даосскую йогу, так как даосская йога на самом деле является той системой, в которой, собственно говоря, находятся те самые медитации, те самые дыхательные техники, которые используются в восточных индоборствах. Ну и даосская йога, хотя занимался довольно-таки плотно, я прозанимался до 2001 года, а после 2001 года я стал практиковать тибетскую йогу. Вот, и с 2001 года я практикую тибетскую йогу. Я являюсь учеником очень известного ламы, буддийской тантры и дзогчен, Намхай Норгу Ринпоче. Я являюсь рядовым учеником, то есть я не какой-то там выдающийся человек, выдающийся ученик, но я являюсь настоящим практикующим йогом. То есть я не просто любитель, не человек, не голова, не говорящая голова, а человек, который практикует йогу изо дня в день, с утра до вечера. Это мой образ жизни. Кроме того, я изучал и практиковал тибетский массаж кунье, благодаря чему получил базовые познания тибетской медицины. Тибетский массаж кунье – это не просто какой-то массажик, это раздел процедурного раздела тибетской медицины. Здесь своя система акупунктуры. Здесь своя система работы с энергетическими каналами, центрами, здесь своя система массажа, здесь своя система, даже целая система косметологии тибетской сюда заложена, то есть довольно-таки обширная большая система. И благодаря этой системе я, в общем-то, получил базовое познание тибетской медицины. Но тема сегодняшнего вебинара – тибетская книга мертвых, наука о жизни и бессмертии. Вот. Мы сегодня будем говорить о карме, не просто о тибетской книге мертвых, мы сегодня будем говорить с вами о карме, что же такое на самом деле карма и как она себя проявляет. Вот. Это будет интересно, потому что я расскажу о таких вещах, о которых обычно мало где рассказывают. Итак, почему тибетская книга мертвых – это наука о жизни и бессмертии? Да потому что это тибетская йога. И как истинная йога, она учит избавлению от болезней и страдания. И обретению истинного бессмертия. То есть на самом деле, когда говорят о том, что йоги к чему-то стремятся, к какой-то духовности, на самом деле это не что иное, как стремление к высшей реализации, и именно к состоянию бессмертия. То есть йоги стремятся выйти за пределы жизни и смерти и прекратить свои перерождения на самом деле. Чем для вас полезен этот вебинар? На вебинаре вы узнаете, что такое на самом деле карма и как создать кармические условия
для долгой и здоровой жизни. Существует ли бессмертие? Что для вас бессмертно, а что в вас бессмертно, а что подвержено смерти рождения? А как тибетские йоги готовятся к смерти и почему это важно знать каждому? О шести формах существования в круге жизни и смерти. И как выбрать правильную дорогу еще при жизни. Вы также узнаете, как вы можете избежать смерти и перейти в другую форму существования. Каковы первые признаки приближающейся смерти с точки зрения тибетской медицины и тибетской йоги? Как отсрочить смерть? Как продлить жизнь, стать сильным, удачливым и иметь отменное здоровье? Чему вы научитесь на этом вебинаре? То есть мы сегодня будем рассматривать очень интересную тему, но вместе с этим, чему вы научитесь? То есть сегодня вы изучите три упражнения вместе со мной, мы пройдем с вами такой, знаете, практикум, так сказать, да? Изучите три упражнения. Значит, упражнения тибетских йогов, спасающих от болезней и несчастья, упражнения тибетских йогов по очищению главных кармических каналов, и вы научитесь мантре тибетских йогов, очищающих негативную карму. Значит, в течение этого вебинара мы будем рассматривать различный материал, и непосредственно к этому материалу будет прилагаться одна из этих практик, о которых я говорю. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте меня, но когда же мы наконец-то будем изучать упражнения. Каждое из упражнений вы получите, соответственно, дорогие друзья, в свой черед. Итак, что же конкретно я смогу вам предложить на этом вебинаре? То есть мы сегодня с вами рассмотрим много интересных тайн Тибета. Сегодня мы с вами изучим интересные упражнения. Но каждый из вас пришел, у каждого есть какие-то проблемы, соответственно, и эти проблемы необходимо решать. То есть вас тема заинтересовала. Что я могу конкретно предложить? Я могу предложить конкретно курс обучения трем тантрическим методам кармического очищения. Что это такое? Это настоящее тибетские упражнения, тибетских йогов, которые предназначены для очищения кармы. Не просто, так сказать, вот я очищаю карму, да, а это упражнение, которое предназначено для работы в чакровой системе, в системе каналов, специальной визуализации и так далее. И, соответственно, в этом курсе дается подробное объяснение. Это настоящие методы древней Ваджраяны, а не выдумки современных эзотерических фантазеров. Эти методы, практикуемые вместе, настолько мощны, что могут не только избавить от тяжелых болезней, но и разрешить множество материальных проблем в вашей жизни. На курсе вы узнаете все о тантрических методах очистки кармы, избавляющих от болезней и внешних проблем. О том, как на самом деле формируется и очищается карма, а не так, как это описывают фантазеры современного эзотеризма. Как ваша карма и ваши болезни связаны с системой кармических ветров, каналов и чакр, и как, управляя этими ветрами, избавиться от болезней, проблем и дурной участи. На курсе вы научитесь технике чтения мантры пяти элементов для очищения кармического тела, тибетской технике дыхания и управления тремя главными энергетическими каналами, технике избавления от негативной кармы и болезней с помощью девяти очищающих дыханий, технике выделения и удаления негативных кармических образований, технике раскрытия пяти главных чакр и устранения блокировки энергетических каналов. А также вы научитесь пяти специальным упражнениям Янгам Салун для очищения кармических ветров и каналов. Соответственно. То есть все это настоящая тибетская йога, настоящие упражнения, настоящие тибетские тайны, но тем не менее все эти упражнения в последнее время рассекречены тибетскими йогами. Есть упражнения, которые недоступны нам, то есть имеется в виду, их запрещено рассекречивать, а эти упражнения, о которых идет речь, эти упражнения, соответственно, наконец-то разрешены и могут быть доступны теперь для любого желающего. Дорогие друзья, если вы будете внимательно слушать этот вебинар, то сможете научиться упражнению для долгожителей, которые я приготовил для вас в подарок. Тибетская книга мертвых пришла к нам из Тибета и на деле является очень древним и тайным учением. Чтобы это учение было нам полезным, необходимо прежде всего разобраться в культурной и философской базе его породившей. Итак, давайте разберем, что же это такое на самом деле, что такое тибетская книга мертвых. В Тибете существует только два йогических учения – Ваджраяна, буддийская тантра, и шаманистское учение Бон. Эти учения, собственно, и есть та самая тибетская йога, о которой так много пишется и говорится.
То есть в Тибете на самом деле есть только два учения. Поэтому, когда кто-то пишет о Тибете, допустим, и говорит о том, что, вот, что есть, есть волшебные тибетские монахи, которые, например, там имеют секретное знание о пяти упражнениях, при помощи которых можно стать чуть ли не бессмертным, там, да, можно полностью молодиться, я говорю об опыте возрождения, да, то эти люди почему-то не пишут, к какому изучению относятся, собственно говоря, эти упражнения. На самом деле, в Тибете все очень четко, хотя Тибет является такой тайной страной, тем не менее, Тибет сейчас часть Китая, вот, да и в то время, когда Тибет был самостоятельным, в общем-то, в Тибете все было известно. Известны основные юридические линии. Известны, в общем-то, основные монастыри, которых содержало знание. То есть ничего в Тибете последние сотни лет, в общем-то, не было тайным по отношению того, что есть где-то якобы затерялся какой-то волшебный монастырь, о котором кто-то ничего не знает. Все, в общем-то, было известно, все учения известны, но сами учения являются предметом тайны. Чтобы вам было понятно, Далай-лама, например, это не просто буддийский священник или какой-то там буддийский папа римский. Это на самом деле глава йогической линии, преемственность. То есть это настоящий йог. И то, что вы видите как, за религиозным аспектом, то, что вы видите как религиозного деятеля, да, это все лишь внешняя сторона. На самом деле Далай-лама является выдающимся йогом, он является, в общем-то, одним из глав тибетской йогической линии. Когда я говорю о йоге, пожалуйста, не думайте, что йога – это некие упражнения физические, то есть, что это какая-то гимнастика. Когда я говорю о йоге, я говорю об учении, о просветлении, о достижении высшего духовного просветления, а не о гимнастике, которую у нас преподают в фитнес-центрах. Кратко, каковы воззрения буддиста? Для того, чтобы понимать то, о чем я сегодня буду рассказывать, да, и чтобы вы могли понять, насколько это для вас полезно или не полезно, да, давайте очень кратко, в общих представлениях, представим, как же себе представляют буддисты, каковы их воззрения о мире. Итак, буддисты считают, что человек с безначальных времен живет, умирает и рождается вновь. То есть существует понятие перерождения, да, жизнь бесконечно продолжается. Проживая свою жизнь, он накапливает благие и неблагие деяния. Ну, очень похоже, как и христианство, собственно говоря, да? Из-за чего человек имеет разные условия жизни в последующих рождениях. То есть в зависимости от того, что человек делал в этой жизни, он имеет в этой жизни соответствующий результат и в следующей жизни. Это бесконечное колесо перерождений является страданием. То есть буддисты не считают это благом, как, в общем-то, и индуисты на самом деле. То есть должен вам объяснить, что на самом деле настоящие йоги стремятся к прекращению перерождения. Кто-то скажет, ну как же так? Как же так? Получается, что как одна женщина возмутилась на меня в интернете, я участвовал в одном из чатов, значит, в интернете, и женщина возмутилась и сказала, что как же так? Йоги, получается, стремятся к смерти. Нет, дорогие друзья, йоги стремятся к жизни, а перерождение – это как раз смерть. То есть это постоянное рождение и смерть, рождение и смерть. Йоги стремятся к тому, чтобы прекратить перерождение и прекращать умирать. Понятно, да? Вот. Так вот, причина этого страдания, этого перерождения, это, собственно говоря, неведение. Вырваться из круговорота страдания можно, избавившись от неведения, достигнув просветления. Йога есть путь к просветлению и избавлению от страданий. В июне 2001 года от моего драгоценного учителя Намкхай Нобу Ринпоче я получил посвящение Догчен у буддийской тантры. Среди посвящений был ванг на шитро. Ванг – это один из видов посвящения тантрического. Вот, значит, и, соответственно, я получил. То есть первое посвящение, которое я получил, был ванг и был ванг на шитро. Что такое шитро? Мало кто знает, что тибетская книга мертвых, о которой так много пишется и говорится, которая переводится как «Бордо Тедро», да, это только малая часть буддийского тантрического учения шитро. А шитро – это целое собрание йогических учений, предназначенных для полной йогической реализации. То есть, когда мы говорим о тантре, да, то мы подразумеваем, что существует тантре, то есть специальные йогические учения, значит, основанные на управлении энергией. Вот, и эти йогические учения имеют различные названия. Одно из этих тантрических йогических учений называется шитро. Это тибетское учение. И, соответственно, шитро – это очень большое, объемное, мощное учение, в котором есть очень много всего. То есть это полный, достаточный путь
для просветления. На самом деле объем этих знаний, знаний в шитро настолько велик, что на самом деле человек, который идет просветление, идет, да, он не всегда даже практикует все эти знания полностью как таковые. Учение шитро передал гуру Падмасамбала, то есть обучил людей гуру Падмасамбала, основатель тантрического буддизма в Тибете. И Бардо-Тудол является неотъемлемой частью этого учения. То есть, чтобы вы понимали, кто такой гуру Падмасамбала. Вот тот Тибет, который, тот Тибет полный тайн, который мы сейчас имеем, да, учение, которое туда пришли, все это было практически благодаря гуру Падмасамбале. Почему? Потому что гуру Падмасамбала в 8 веке пришел в Тибет. В Тибете было, уже было очень мощное, сильное учение под названием Бон. Падмасамбала принес тантрический буддизм. И, собственно говоря, взаимообогащение этих двух учений, учения Бон и буддийской тантры, да, произвели те учения, которые мы сейчас имеем в Тибете. То есть те тайны, те секреты, о которых так много все говорят на самом деле. То есть это произошло благодаря гуру Падмасамбале. И шитро, которое учение, о котором сегодня пойдет речь, да, шитро мы будем говорить о карме, шитро мы будем говорить о детской книге мертвых и многих других вещах. Вот. На самом деле шитро это передано именно этим человеком, этим просветленным. У гуру Падмасамбалы было две жены. Царевна Мандарава и княжна Ешицогиал, которая и передала учение шитро будущим поколениям. Ну, в те времена люди жили немножко по-другому, поэтому когда в Тибете появился такой великий йогин, как Падмасамбала, то тибетский царь Трицон Деоцен, который его пригласил в Тибет для того, чтобы он провел реформу и распространил буддийское тантрическое учение, он подарил ему двух жен. Так как Падмасамбала был очень высокого рода человек, это был великий йог, соответственно, он ему подарил не просто двух женщин-жены, он подарил ему царевен, потому что он подарил женщин из знатных родов. И эти жены, так называемые, стали не просто женами, они стали духовными женами и со временем сами стали учителями. Особенно знаменитым учителем стала тибетская йогиня Ешицогиал. Ешицогиал, жена Падмасамбала, была первой женщиной, которая стала тибетским лекарем. До этого тибетским лекарем были только мужчины. Считается, что жена Падмасамбала, великая йогиня Ешицогиал, скрыла магическим способом многие учения, дарованные Падмасамбалой, для будущих поколений. Поэтому учение шитро передавалось через две линии, двумя способами передачи. То есть учение передается, и оно передается двумя способами. Кама, способ карма и способ терма. Где способ кама – это естественный способ передачи от человека к человеку. Как я вот сейчас вам рассказываю, да? Это естественная передача кама, скажем так. Да? А есть еще терма. Терма – это магический способ сокрытия духовных сокровищ. На самом деле, этот способ передачи учения будущим поколениям при помощи закладки его в различных стихиях. В воде, в земле, в воздухе, в пространстве. То есть это особенный способ, который не является простым. Это не значит, что кто-то вырыл ямку в земле и туда что-то заложил. Это нечто совсем другое. Вот. Кроме того, есть способы терма, когда передают учение в человеке. То есть человек, физическое тело человека рано или поздно умирает, и великие йогины сокрывали это учение в себе. И когда они рождались через много веков, то рождаясь, они передавали эти учения другим поколениям, когда многие учения уже умирали к тому времени. Вот что такое терма. Тексты терма стали широко известны. В 14 столетии благодаря таким тертонам это те, кто передавал вот эти терма, передавал эти учения, таким тертонам, как Карма-Линпа. Карма-Линпа – это первый тертон, самый известный. Он был одним из великих учителей, который открыл терма-шитро. То есть шитро было открыто поздно. То есть им долгое время его не практиковали, только в 14 веке терма, то есть это учение было заново открыто. Вот, соответственно, часть этого учения составляет учение Бардо-Тудроу. То есть это часть, то есть это та самая тибетская книга мертвых, которая, в общем-то, она получила на Западе название тибетская книга мертвых. В наше время часть этого учения, ну не в наше время, скажем так, в 20 веке часть этого учения
переведена профессором Эвансом Вэнсом и названа претенциозным названием «Тибетская книга мертвых». Дело в том, что у тибетцев нет такого понятия, как «Тибетская книга мертвых». Это, в общем-то, все выдумки. Откуда взялась «Тибетская книга мертвых»? На самом деле Эванс Вэнс – это ученый, он был буддологом, он изучал китайские учения, тибетские учения, индийские учения и писал книги. Он был просто ученым, это была его работа. Соответственно, у него появилась возможность контакта с тибетскими ламами, и ему разрешили переводить часть текста шитро. И когда он переводил часть текста шитро с одним из тибетских лам, он потом этот текст, соответственно, на котором он перевел, он его отвез в Европу. И в Европе он, соответственно, его опубликовал. Но этот текст оказался неинтересным, то есть людям он показался неинтересным. В те времена все очень увлекались Египтом, то есть было на слуху, тогда были египтологи, помните, да, раскопки первые фараонов были, это была очень популярная тема. А он со своей темой Тибета, в общем-то, не вписался, как рассказывает. Вот. Поэтому он схитрил. В те времена у всех на слуху была такая книга, «Египетская книга мертвых». Египетская книга мертвых реально существовала. Да? Вот. А тибетской книги мертвых не было. Поэтому он текст, который он перевел юридически, да, он назвал тибетской книгой мертвых. И тогда появился интерес, и тогда он получил, так сказать, удовлетворение. То есть все начали интересоваться этим, что, оказывается, вот есть не только индийская, не только египетская, есть еще и тибетская книга мертвых, оказывается. И, соответственно, он таким образом прославился. И с тех пор этот кусочек, маленький кусочек большой йоги, да, текста большой йоги, он стал известен как тибетская книга мертвых. Вот. Большое влияние перевод этой книги Эвансом Вэнсом оказал на психолога Карла Густава Юнга. Ну, слышали про Юнга, да? Юнг, в общем-то, основоположник современной психологии фактически. А психолог Тимоти Лири, да, американец, даже сделал текст тибетской книги мертвых, руководством к употреблению наркотиков. Ну, с научной целью, понимаете, они, так сказать, употребляли наркотики, а потом читали этот текст, и у них, как бы, короче, крыша съезжала, и они что-то видели, соответственно, да, и вот этот опыт они такие строили. Ну, эти люди, собственно говоря, на учение шитро сделали себе хорошую карьеру, но, конечно же, они совершенно не понимали суть этих учений, на самом деле. Мне повезло, я ученик Набхая Норма Ринпоче, и именно мой учитель, будучи одновременно профессором Неаполитанского университета, и самым известным тибетским йогином Дзогчен объяснил и перевел шитро, то есть тибетскую книгу мертвых на европейский язык. То есть он перевел полный текст и дал объяснение. То есть он дал объяснение, как на самом деле это шитро работает. Потому что если вы возьмете тибетскую книгу мертвых и прочитаете, то у вас создается впечатление, что это какие-то народные тибетские поверья. Вот. Но на самом деле то, что там переведено Эвансом Вэнсом, это не какие-то культурные, скажем так, аспекты, то есть какие-то верования древних тибетцев, да, на самом деле это йогический текст, который полон символов. Все Будды разноцветные, все различные существа, которые описаны в потустороннем мире в этой книге, да, все это символы, то есть на самом деле их нет, дорогие друзья, они существуют только для йогов, которые практикуют шитро. Прежде всего шитро – это тантрическое учение. Йога – это путь, а тантра – это одна из его разновидностей. Тантра – это учение об управлении энергией, соответственно. И в отличие от современной науки, об энергии тантра знает абсолютно все. То есть, если современная наука находится, в общем-то, в детском зачаточном состоянии, и ученые только сейчас говорят о том, что весь мир – голограмма там и так далее, о волновой природе света говорят, да, вот, что на самом деле мир соткан из света, из энергии, то, в общем-то, на самом деле, те, кто практиковал тантру, знали об этом еще тысячи лет назад. В зависимости от способности ученика, тантра передается шестью способами. Поэтому существует шесть классов тантр, или высшие и низшие тантры. Низшие тантры – это крия-тантра, чарья-тантра и йога-тантра. Они предназначены для людей с низшими способностями. Что значит для людей с низшими способностями? Когда вы смотрите фильмы про Тибет, вы видите много монастырей, да? Много монастырей, где люди молятся, где есть, ну, различные статуи божеств и так далее.
это религиозный буддизм. Это на самом деле йога, имеющая религиозный фон. Это примерно то же самое, как люди ходят у нас в церковь и поклоняются, соответственно, различным святым, скажем так, да? Но есть высшая тантра. Высшие тантры, маха-йога, анна-йога и ати-йога, для людей с высшими способностями. Тантра – учение символическое, поэтому сексуальный союз, ярость, божественная тханка, высшие тантры символизируют не распущенность и демоническую злобу, а человеческие страсти, гнев, которые необходимо преодолеть. Высшая тантра, хотя и пользуется различными, скажем, изображениями, рисунками, которые очень трудно понять человеку, который, например, воспитался в христианской или мусульманской среде, например, да, вот, значит, тем не менее, все это является символами. То есть все это символы, это не означает, что некие существа существуют, у которых много рук, много ног и так далее, да. Это скажем так, способы кодировки различных символов, символа учения, учения пути, соответственно, высшей тантры. Практика высших тантр имеет две основных стадии. Стадию зарождения и стадию завершения. То есть путь высшей тантры, собственно говоря, к полной реализации, к сверхчеловеческому состоянию, состоит из двух стадий. Стадия кедри, стадия зарождения. Стадия зарождения, в общем, выражается в практике визуализации себя как божества и начитывания его мантры. Благодаря практике этой стадии йогин знакомится с аспектом своего сознания, с аспектами своего сознания и обретает над ней полный контроль. То есть, если вы видели, например, тибетские мандалы, да, такие красивые штуки такие, да, то тибетская мандала – это символ, на самом деле, нашего энергетического тела, нашей энергетической вселенной. И когда человек практикует стадию зарождения, он знакомится со всеми этими аспектами. То есть он узнает, каким образом, собственно говоря, он устроен. Он и мир устроен полностью. И в этой мандале все закодировано на самом деле. А то, что эта мандала изображает каким способом, это, конечно, аспекты культуры. Настоящие тантрические упражнения очень сложны. И для них необходимы посвящение учителя. Но сегодня мы прямо сейчас можем получить хороший опыт, выполнив простейшее тантрическое упражнение Тонглен, спасающее от болезней, несчастья и дурной участи. То есть, о чем я хочу сказать? Дело в том, что для того, чтобы практиковать тантрические методы, тибетские часто, для этого необходимо получить посвящение от учителя. То есть, это не те учения, которые можно просто из любопытства взять, попробовать, повертеть, скажем так, и выплюнуть, да? Вот. На самом деле те вещи, которые очень ценятся, и поэтому посвящение, соответственно, различные уровни практики тантрические, да, передаются от учителя, и человек принимает на себя обязательства священные. Если человек священное обязательство не выполняет, он очень сильно портит себе карму. У него создаются большие проблемы в жизни, поэтому на самом деле практиковать человеку безответственному и глупому, скажем так, тантрические практики, тибетские в частности, особенно связанные с практикой божеств, скажем так, да, просто небезопасно на самом деле. Но ту практику, которую мы сейчас с вами разучим, да, это практика, которую могут выполнять все. В чем она заключается? Дело в том, что сейчас вот на картинке у вас изображен Авалокитешвара. Авалокитешвара, значит, это энергия высшего сострадания, мужской аспект. И если вы посмотрите, у Авалокитешвары как бы, да, как будто лучи солнца расходятся. На самом деле это его руки, это символы. Здесь на самом деле изображено всего 1000 рук. Почему? Его так и называют тысячерукий Авалокитешвара. А тысячерукий Авалокитешвара символизирует 1000 способов помощи человеку. То есть 1000 способов помощи не просто человеку, а всем живым существам. В буддизме, в тантрическом буддизме, в буддизме вообще, не отделяет человека от живых существ, то есть в каком смысле не отделяет? Считает, что живые существа любые, в общем-то, достойны жизни и достойны сострадания на самом деле. Поэтому тысячерукий Авалокитешвара – символ абсолютного сострадания и помощи, соответственно. Мы, соответственно, не можем практиковать практику Авалокитешвары, да, но мы можем практиковать практику, которая может зародить эту мощную энергию в нас, да? И тогда наша карма улучшается. В Тибете практически все, практически очень многие, особенно много пожилых людей, которые постоянно практикуют мантру, Ом мани падме хум. Слышали такую мантру, да?
Они ветят ее на барабанчике, они ветят различные валики, так сказать, цилиндры, так сказать, в монастырях, постоянно начитывают эту мантру и так далее. Эта мантра и есть мантра Валокитешвара. Вот. Но если взять сущность этой практики, да, то можно выполнить упражнение, которое является сутью этой практики. Как сделать так, чтобы наша карма улучшилась? Как сделать так, чтобы у нас семена дурной кармы, семена дурной кармы начали исчезать? Соответственно, если семена дурной кармы исчезают, то человек может избавляться от болезней, различных эмоциональных страданий и от дурной участи. Какой дурной участи? От различных ужасных проблем, которые могут встречаться у человека в повседневности, да, в мире, например, да. От дурной участи, связанной с следующим перерождением, где человек может родиться вообще не человеком, или человеком очень-очень дурной участи, соответственно. Да? Вот. Поэтому мы можем выполнить правильное упражнение Тонглен. Как выполняется упражнение Тонглен? Его принцип выполнения. Каждый из вас наверняка имеет людей, которые вас раздражают. То есть люди, которые вас раздражают, которым не нравятся. Есть люди, которых вы можете очень сильно не любить. Есть люди, которые вам очень сильно навредили. Есть люди, которые навредили вам очень сильно, да, и поэтому вы не в состоянии им простить. И вот чем больше человек вам навредил, чем больше человек создал вам проблем различных, да, вы должны использовать именно этого человека в этой практике. Что вы должны сделать? Вы должны расслабиться, сесть в кресло, да, закрыть глаза, представить перед собой этого человека. И что вы делаете? Вы должны вспомнить о всех его негативных качествах, которые вам не нравятся и которые, соответственно, создали вам проблемы. Вы должны вспомнить все лучшие качества свои, которые у вас есть, да? Но у каждого человека является смесью плохих и негативных, хороших и негативных качеств, да? Поэтому вы должны подумать то, что у вас есть хорошего, скажем так, да? Вот, лучшее. Также вы должны подумать, что у вас есть самое лучшее в вашей жизни. Может, у вас красивая машина, может быть, у вас красивая жена или очень красивый и, так сказать, и хороший, добрый муж, скажем так, да, в зависимости, соответственно, от пола вашего, да, вот. Все, что у вас самого лучшего, что вы делаете? Вы закрываете глаза, представляете этого человека, этого врага, который вам навредил, да, и который вас сильно раздражает, значит, и, соответственно, что вы делаете? Вы делаете вдох через нос. Вдыхаете через нос и представляете, что вытягиваете из него на вдох своим духом, вытягиваете в себя, в свое сердце, всю грязь, все негативные качества, которые в нем есть. Это вы делаете на вдохе. А потом делаете выдох. А на выдохе вы представляете себе, что эти негативные качества все переработались, да, и вы посылаете ему любовь, сострадание и все самое лучшее. То есть вы... Во-первых, дарите ему свое благое расположение, вы стараетесь к нему хорошо относиться. Вы ему сострадаете из-за того, что он имеет такие негативные качества, и вы посылаете ему свою любовь. Кроме того, вы посылаете ему все самое лучшее, что у вас есть. У вас есть, допустим, хорошая семья. Представьте себе, что вы это дарите ему. Вы только представляете, вы на самом деле ему дарите. Вот, да? Если у вас есть какая-то еще что-то у вас, допустим, вы, соответственно, этому дарите. У вас есть хорошая машина, подарите ему. И делайте таким образом. Если вы будете таким образом делать, то и делать регулярно, на самом деле вы очень сильно, сильно себе поможете, потому что очень много негативных семян кармы, которые у вас, собственно говоря, создают большие проблемы в жизни, на самом деле начнут истощаться. Людмила пишет, а можно негатив не вдыхать в себя, а просто дарить любовь? Нет, Людмила, нельзя не вдыхать в себя негатив. Дело в том, что когда-то мы об этой практике разговаривали с одним человеком. Этот человек христианин. Он ужасно был возмущен, он плевался и говорил, как так можно. Но дело в том, дорогие друзья, что для того, чтобы избавиться от негативной кармы, и для того, чтобы карма иссякла, для того, чтобы вы избавились от болезней, для того, чтобы вы имели счастливое будущее, для этого необходимо делать именно так. В тибетской системе существует много различных практик, на самом деле. В частности, есть практики, такие практики, например, как чёт.
И эта практика ЧОП, эта практика ЧОП еще более серьезная. То есть там есть такие вещи, которые вы наверняка многие не будете делать. То, что я предлагаю вам в практике Тонглен, на самом деле, да, это цветочки на самом деле. Вот. Поэтому я вас не заставляю ни в коем случае, я вас не могу заставить практиковать практику соответствующую, да? Но вы должны понять, если вы не будете отдавать этому человеку все самое лучшее и забирать в себя из него самое худшее, то, соответственно, вы ничего не сможете сделать. То есть эта практика не будет работать. Потому что, образно говоря, представлять, что вы ему что-то дарите, это очень легко. Но на самом деле очень трудно принимать на себя боль других людей. Это очень сложно. Итак, давайте мы с вами представим. Людмила, страх того, значит, Людмила пишет, а вдруг я не переработаю типа эту грязь, да, и переполнюсь сама негативом. Людмила, это страхи, знаете кого? Это страхи невежественных эзотеристов, людей, которые ходят, посещают эзотерические конференции, и которые совершенно не понимают, о чем идет настоящих эзотерических учениях речь. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. То, что я предлагаю, не просто я вам предлагаю, это то, что делают все тантрические учителя, вот, значит, это то, что делают тантрические ученики, и ни с кем ничего не происходит. Более того, если вы это сделаете, если вы честно это сделаете, то вы почувствуете, что через некоторое время вы действительно почувствуете в себе много силы и много энергии. Итак, давайте это сделаем. Еще раз напоминаю, я не могу никого заставить, поэтому если кому-то противно, если кому-то неприятно, если кто-то сомневается, кто-то боится, что действительно эта энергия что-то с ним сделает, да? На самом деле, я вам объясню такую вещь. Сам страх того, что вы этого боитесь, это очень хорошо. Но вы должны сделать, вы должны перешагнуть через себя и поступить таким образом. Потому что намного сложнее поступить реально так. То есть, если бы это было реальностью, тогда это было бы намного сложнее. А так он предлагает это визуализировать. Итак, давайте вместе с вами сделаем. Итак, закрываем глаза, представляем себе этого негодяя, этого человека, или этих людей, может быть, это может быть не только один человек. Вот. И мы делаем вдох. Вдох и вдыхаем всю негативную часть своего сердца. Представляете себе, что после этого в сердце возникает белый свет, то есть вся эта грязь превращается в белый свет, и вы на выдохе посылаете ему эту чистую энергию, все самое лучшее. И снова делайте вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Если ритм вам не подходит, дышите так, как вам дышится. Не слушайте меня. И не бойтесь, ничего с вами не будет. Постарайтесь разжечь в себе сострадание к врагу, сострадание к этому человеку. До такой степени, чтобы вы почувствовали, что он уже вам не враг. Что он заблудший человек, на самом деле. Постарайтесь ему подарить все, что только возможно от себя. И забирайте от него всю его грязь. И так делаем самостоятельно в течение 2 минут. Достаточно, дорогие друзья. У нас не так много времени для того, чтобы все это делать. Я сейчас вам объясню. Дело в том, на чем основана эта практика. Почему эта практика так важна? Наталья пишет, сколько людей за один раз можно обработать? На самом деле, вы можете обработать сколько угодно людей. Почему?
потому что это ваше воображение. Вы должны понять, что вы представляете. Поэтому вы можете хоть миллион людей представить. Но лучше всего начинать с какого-то одного человека, который действительно вам навредит. Я теперь объясню. Дело в том, что каждое мгновение нашего сознания мы постоянно реагируем на объекты наших чувств. То есть наши глаза видят, наши уши слушают, да, и так далее. И на самом деле мы реагируем таким образом, либо негативно, либо позитивно, на все, абсолютно на все, не только на конкретных людей. Представлять себе человека – это просто самый удобный способ, потому что вы тогда легко понимаете, о чем идет речь. Но на самом деле этот процесс постоянное отталкивание от чего-нибудь, да, и постоянно, когда мы тянемся за чем-то, соответственно, да, он постоянный. То есть либо отвержение, либо привязанность. Привязанность и отвращение – это два конца одного и того же маятника, в котором мы постоянно находимся. И этот маятник создает карму. И упражнение Тунгуэн – это идеальное упражнение, которое позволяет прекратить, то есть пустить маятник вспять. Что вы делаете? Вы наоборот делаете. Когда вы представляете негативные качества, вы наоборот их забираете. А когда вы представляете то, что вам дорого, то, за что вы должны хвататься обеими руками, вы это отдаете. И когда вы таким образом поступаете и делаете это регулярно, а потом это вносите в свою жизнь, да, вы помните, что Христос говорил? Поставьте, когда вас ударили по одной щеке, поставьте другую. Но Иисус Христос не имел в виду, что нужно постоянно подставлять свою голову, так сказать, под удары. Он говорил иносказательно, он имел в виду принцип. Вот принцип Тунгуэн я сейчас вам объясню. Понятно, да? В общих чертах. У нас нет времени для того, чтобы ковыряться в этом серьезно, но вы должны понять, почему это так. Я вам совершенно ответственно заявляю, если вы будете втягивать всю грязь этих людей в себя, воображать, то ничего с вами страшного не произойдет. Но если вы опасаетесь и боитесь, делайте через страх, и когда вы получите еще больше результата, того, что вы сможете избавиться от многих негативных вещей. Прощайте этих людей и обязательно дарите ему все самое лучшее, что у вас только есть. Итак, это была практика Тунгуэн. Далее, значит, мы говорили с вами о том, что высшие тантры имеют две стадии. Стадию зарождения, о которой мы говорили, и мы сейчас с вами взяли практику Тунгуэн, которая, конечно, скажем так, является очень простой, но ее можно было в общих чертах отнести к этому, потому что здесь мы используем визуализацию. Да? Значит, есть вторая стадия, стадия завершения. И стадия завершения называется она кедрим. И она использует техники интеграции смертных энергий материального тела с телом, бессмертным телом визуализируемого божества. Именно на этой стадии тибетские йоги работают с чакрами и каналами. Благодаря этой практике в момент смерти йогин обретает освобождение от круговорота жизни и смерти и обретает бессмертное тело, собственно говоря. То есть на этой стадии тибетские йоги работают с чакрами и каналами. И работают они для того, чтобы когда смертное тело умирает, йогин освобождается. Но об этом мы еще будем говорить. Так называемый трунгхор, то есть тибетские янтры, когда человеку говорят йога, например, тибетская йога, он сразу о чем думает? Вот большинство людей представляет себе пять тибетцев. Пять тибетцев, так сказать, из книги «Около возрождения», которые выдумал Питер Келлер. На самом деле это выдумка, вот, а настоящее тибетское упражнение называется трунгхор. Вот здесь, кстати, вот изображена комплекс из 8 упражнений, называется он вунг-санг. Вунг – энергия, санг – очищение, комплексное очищение энергии, которое входит в одну из систем йоги. В Тибете существует несколько систем йоги, именно трунгхор, то есть той йоги, которую мы обычно представляем, то есть имеется в виду физической йоги, да, вот. Название системы, которую практикую я, называется Нида Каджор. Так вот, значит, трубкор, значит, относится к стадии завершения. Вот, и он предваряет работу с чакрами и каналами. То есть прежде чем работать с чакрами и каналами, мы работаем с трубкор, потому что трубкор — это не асаны, трубкор — это пранаяма, это дыхательные техники в движении на самом деле. Вот. И сейчас мы с вами, вот, настоящие тантрические упражнения, связанные с системой каналовых чакр, цавунг, а также упражнение трунгхор, является секретом. То есть, что такое работа с чакрами и каналами? Называется цавунг в тибетской системе. Вот. А что такое физические упражнения? Это трунгхор в Тибете. Вот.
и они являются секретом. Но нет ничего невозможного, и сейчас мы с вами выполним несложный талун в стиле Трунко. Благодаря этому упражнению мы сможем с вами очистить каналы, по которым протекает кармическая энергия, и значительно облегчить себе жизнь. На самом деле практики, которые я сегодня вам показываю, они в более серьезном виде существуют в курсе, о котором я вам рассказываю, трех способов тантрического очищения. Здесь мы работаем в общих чертах, потому что у нас здесь, собственно говоря, нет времени. Вот, значит, и для того, чтобы эти вещи практиковать более-менее серьезно и получить результаты, необходимо приобрести этот курс. Вот Надежда, соответственно, скинула в чате ссылочку, можете по ссылочке перейти. Итак, давайте мы с вами выполним это волшебное упражнение, то есть это настоящее упражнение в стадии завершения, но очень простое, так сказать, которое может выполнить любой из вас. Здесь не нужно сидеть в позе лотоса, здесь не нужно выполнять какие-то сложные упражнения, здесь достаточно сидеть на стуле. Итак, давайте, кто из вас, так сказать, готов, может быть, с кухни сразу быстренько принесет табуреточку, потому что табуреточка вам понадобится. Или такой плоский, плотненький стульчик. Итак. Давайте. Итак, смотрите. Вот я, собственно говоря, сел, да, значит, я поставил стульчик, кухонный обыкновенный стульчик, да, он плоский. Почему я ставлю кухонный стульчик плоский? Потому что он не прогибается, и мое тело, мое туловище может быть стабильным. Потому что в этой практике, когда мы практикуем талун, когда мы практикуем такие вещи, как талун, работу с энергетическими каналами, энергетические каналы должны быть прямыми. Если энергетические каналы зажаты, то, соответственно, мы не можем получить результат практики. Это как правило, да, собственно говоря. Так вот, что мы здесь делаем? Итак, вот смотрите, тут даже на картинке изображены, видите, центральный канал, да, на картинке, и два боковых канала. Центральный канал, да, начинается ниже пупка на 4 пальца. Возьмите свои 4 пальца, пупка внизу, да. И вот не на поверхности, а в глубине тела, в центре вашего тела, находится начало. Представьте себе, что находится канал центральный, да, который выходит в макушку. То есть в макушке, вот тут, где китайская точка Байхуэй, да, значит, находится выход из этого канала. Когда выполняет практику Пхола, есть такой датчанин, ламан, Пхола Нидо, он часто ездит со своими учениками и проводит практику Пхола, после которой он делает, здесь открывается канал и выступает кровь в этом месте. Так вот, вот в этом месте этот канал открывается, да, центральный. Но от этого канала центрального отходят два боковых канала, которые идут рядом с ним, вот так, да, и идут сзади в голове, да, и открывается ноздри. То есть канал открывается ноздри. Правый канал правый ноздрю, а левый канал левый ноздрю. Есть различные способы доброжения этих каналов, есть каналы, где переплетаются, да, есть где прямые. Нам нужно представлять, что каналы прямые. Понятно, да? Вот, теперь давайте объясним. Дело в том, что на различных стадиях учения тибетской йоги эти каналы означают несколько разные вещи, на самом деле. Для вас, как для людей, которые не являются практиками тибетской йоги, но которым можно рассказать основные принципы, я объясняю. Значит, итак. Значит, у женщин и мужчин боковые каналы имеют разное значение. То есть у мужчины справа протекает, значит, в правом канале, который открывается правый ноздрю, значит, протекает энергия гнева и отвращения. То есть все, что вы испытываете в течение дня, нежелание, отвращение, гнев и так далее, да, все это, соответственно, все это находится в правом канале у вас. Возбуждение различные, понятно, да? Это у мужчины. В левом канале у мужчины, да? Значит, в левом канале, открывающемся в левую ноздрю, находится энергия желания. Желание, привязанность, страсть. Понятно, да? А в центральном канале находится энергия неведения. Энергия неведения, проще объяснить. Энергия отсутствия знания.
Ну, во-первых, самый простой способ, простая, скажем так, качество этой энергии, например, это сонливость. Когда вы сонливый и ленивый. Лень и сонливость – это проявление энергии неведения. Понятно, да? Чтобы было понятно. Когда голова у вас мутная, вы очень плохо соображаете, когда вы выпили хорошо водки и уже туго соображаете, это тоже, соответственно, энергия неведения. Понятно, да? Так вот, в течение дня, что происходит? В течение дня, значит, у нас есть 5 органов чувств: глаза, уши, нос, язык и тактильное ощущение кожи, да? А еще есть 6-е, танцы говорят. 6-е – это наш ум, да? Наш ум тоже как чувство считается. Вот эти 6 органов чувств имеют объекты, всевозможные. Глаза воспринимают различные объекты, да? Глубину, цвет, форму и так далее, фактуру, да? Уши слышат различные звуки, да? Но, соответственно, нос воспринимает запахи, язык вкусы различные, а рука, тело мы, соответственно, ощущаем. Сейчас я, например, ощущаю, как мои ноги касаются пола, да, а мои седалищные, моя, так сказать, тупа сидит на стуле, да. То есть все эти вещи ощущают. Так вот, существует поток, целый поток этих восприятий, которые слагают окружающий наш мир. Да? И каждую долю мгновения, сотую долю, скажем, тысячную долю мгновения происходит акт вот этого восприятия. И благодаря этому мы с вами видим, то есть мир, окружающий нас, он как бы выткан. Это примерно похоже так, как функционирует, например, экран, состоящий из множества ячеек. Соответственно, каждое вот это функционирование происходит акт сознания. И в этом акте сознания, после чистого восприятия, вы воспринимаете любой объект, любое ощущение, любое чувство, звук и так далее, воспринимаете либо положительно, да, либо негативно, либо негативно, либо нейтрально. Так вот, негативно – это в правом канале у мужчины, положительно – это в левом канале, то есть вы привязываетесь к этому, да, вот. А значит, равнодушно, это центральная фаза. У женщин наоборот, энергия гнева находится в левой части, энергия, соответственно, привязанности правой части, да, находится. Теперь что мы делаем с этим? Что мы делаем? Значит, для того, чтобы этим управлять, необходимо, во-первых, вспомнить то, как в течение дня вы испытывали раздражение. Если вы испытывали кому-то раздражение или гнев, то, соответственно, вы работаете, мужчины работаете с правым каналом, женщины с левым, соответственно. А если вы испытывали какую-то страсть, привязанность, такую неудовлетворенность с чем-то, соответственно, вы работаете, мужчины с левым каналом, женщины с правым. Если вы, допустим, испытывали непонимание чего-либо, страх это тоже энергия неведения, да, то, соответственно, вы работаете с центральным каналом. Как это делать? Итак, смотрите. Это не только цалунг, это еще и трунхо. Тут мы используем движение. Какие мы движения здесь используем? Так, что у нас там со временем? Время есть. Смотрите, мужчина начинает с правой руки, а женщина начинает с левой. Смотрите, я делаю вдох. Вдох здесь заканчивается. Рука, когда начинает подниматься, одновременно с подъемом руки, через что начинается вдох. И когда рука поднимается, почувствуйте, рука поднимается, открывает верхнюю долю легких и дает вам вдыхать. Вы делаете вдох. Вдох заканчивается одновременно с касанием, смотрите, мы берем два пальца, вот здесь два пальца, видите? Они зажимают ноздрю, вот так. И начинается выдох. И продолжается выдох. Выдох полностью скоординирован движением. То есть выдох. И выдох заканчивается тогда, когда рука кладется на руку. Понятно. Потом мы делаем вдох левой рукой. Вдох. И выдох. Ну а другая рука. Вдох. И выдох. Левая рука, вдох. И выдох. И еще раз, вдох. И выдох. И еще раз, вдох.
и выдох. А теперь что делаем? Руки у нас лежат на коленях, мы делаем вдох через обе ноздри, вдох. И с прямой спиной делаем выдох. Чуть-чуть, не надо сильно наклоняться, выдох. Когда мы наклоняемся, вы чувствуете, что живот сжимается и воздух как бы сам выходит. Выдох. И снова вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Итак, это 9 очищающих дыханий. 9 очищающих дыханий, техника на самом деле непростая. То, что я сейчас вам показываю, это самые азы, самые простые вещи. На самом деле есть очень сложные вещи, там, где мы работаем с чакрами и так далее. Здесь мы только начинаем работать с каналами. Теперь смотрите, что мы делаем. Так как у нас с вами, да, значит, в правом канале у мужчины гнев, в левом желание, страсть, да, а у женщин наоборот, что мы делаем? Мужчина поднимает руку на вдохе, да, и представляет себе закрытыми глазами, что вдыхает через правую ноздрю. Правая рука поднимается, и вы вдыхаете через правую. Но на самом деле у вас может быть вообще быть забит нос. Не обращайте внимания. Вы должны просто представлять, что вы вдыхаете через правую ноздрю и дополняете чистым белым светом канал гнева. Женщины левой поднимают, да? Канал гнева дополняет. Да? И когда рука доходит сюда до ноздри, канал гнева чистым светом полностью заполняется. И здесь он переходит в канал желания, да? И когда вы начинаете опускать руку на выдохе, да, вы представляете, что вы дыхаете через левую ноздрю, и этот белый свет выталкивает. Этот белый свет выталкивает эту негативную горячую энергию, да, эту негативную энергию страсти через левую ноздрю, соответственно, да? А теперь наоборот, мы делаем вдох с левой руки, а женщины с правой. Я как мужчина рассказываю просто, да? Вдох делаем, да? У нас дополняется через левую ноздрю, вдыхаем чистый белый свет, который очищает канал страсти у мужчины, да? А у женщины правой страсти, да? Вот, значит, здесь белый свет дошел до низ, ниже пупка на 4 пальца, да? И когда начинаю выдыхать через правую ноздрю, да? У меня через правый канал начинает выталкивать, эта грязь выталкивается. Да. Так, есть. Понятно, да? Теперь смотрите. Вдыхаете вы белый свет, чистый белый свет, который вычищает эти каналы. Да, соответственно, когда вы вдыхаете правый канал, мужчины, соответственно вы очищаете свой гнев, удаляете гнев, да? Когда вы выдыхаете через левый канал, да, значит, вы выдыхаете такой грязно-красного цвета, энергию такую, из ноздри, грязно-красного цвета. Понятно, да? Когда вы делаете вдох, дополняете белым светом левый канал, да, то на выдохе вы выдыхаете через правый канал, через правую ноздрю. И выдыхаете черную дымчатую энергию гнева. Гнева, отвращения, то есть это не просто гнев, это все, что связано с нежеланием чего-либо, потому что гнев связан с отвращением и нежеланием, на самом деле. Понимаете? То есть это более глобально, чем просто вы рассердились. Поняли, да? Ясно, да? И когда вы делаете так одной рукой, друг два, 3, 4, 5, 6 делаете, да? Это я ускоряю, да? А теперь вы делаете что? Вы делаете еще 3. Только 3 теперь через... Вы вдыхаете через оба канала. Вдыхаете, да? Чистый белый свет. И он выталкивает грязно-коричневый цвет неведения. Понятно, да? И вы делаете выдох, вы можете представлять, что вы выдыхаете через обе ноздри. Есть две традиции. Одна, когда мы выдыхаем через макушку, это неведение, да? Или мы выдыхаем через ноздри. Если вам легче через ноздри, лучше делать через ноздри. Итак, выдох через ноздри. Теперь на вдохе мы поднимаемся, делаем вдох, чистый белый свет заходит в боковые каналы.
теперь на выдохе мы наклоняемся, выдох делаем, да, у нас через центральный энергетический канал, через ноздри, либо через макушку, либо через ноздри выходит, так сказать, грязно-коричневый цвет нашего неведения, незнания. И снова вдыхаем чистый белый свет. И снова выдыхаем. Итак, это 9 очищающих дыханий. Если вы хотите узнать об этой практике более подробно и более серьезно, тогда вам необходимо, соответственно, приобрести курс, о котором идет речь. Потому что там эта практика разведена более серьезно. А если вы будете это практиковать по-настоящему, тогда вы сможете что сделать? Вы сможете обратиться ко мне, потому что те, кто приобретает у меня курсы, эти люди получают консультации бесплатно. То есть, если вы практикуете какие-то упражнения из моих курсов, вы можете мне позвонить, допустим, по скайпу, или, допустим, написать письмо, и я обязательно вам отвечу и объясню, исправлю ваши ошибки, если таковые есть, и отвечу на ваши вопросы. Я так делаю всегда, у меня на это специально выделено время. Понятно, да? Итак, вот это упражнение называется 9 очищающих дыханий. Да? Это в упрощенном варианте. Но это упражнение, если вы его делаете регулярно, позволяет вам удалять, соответственно, семена негативной кармы, связанные с тремя основными эмоциями. Три основных эмоций, которые порождают три вида болезней. Болезни ветра, болезни желчи и болезни слизи. Соответственно, все виды заболеваний какие-то по существу. Если вы хотите практически к этому подойти. Понимаете, да? То есть, если мы говорим о физических заболеваниях, допустим, не только об эмоциональных проблемах, да, то это связано с тремя этими каналами. Ясно, да? Итак, мы продолжаем. Так, сейчас, секундочку. Так, Вера у меня спрашивает, Виктор, как быть, если нет визуализации? Вера, ничего страшного, дело в том, что есть люди разные очень, у них визуализация очень легко получается, а у других нет. Вы должны понять одну вещь, визуализация это не нечто такое, что нужно представлять идеально. Визуализацию не надо идеально представлять. Вы должны просто, визуализация это как воспоминание. Воспоминания о вчерашнем сне. Поэтому вы, пожалуйста, не заморачивайтесь на этих вещах. Делайте так, как получается, потому что энергия очень послушная. Там, где ваше внимание, там будет энергия, и она найдет самопуть. Поэтому не переживайте, делайте. Так, идем дальше. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Всеми этими методами практик, который намного серьезнее на самом деле практикуется. Да? Значит, практик тантры создает бессмертное энергетическое тело для продолжения жизни в духовном мире. Ведь физическое тело, дорогие друзья, оно смертно. Итак, шитро, то есть практика шитро, это высшее тантрическое учение класса Аму-йоги. И оно имеет прямое отношение к высшему нетантрическому учению от йоги. То есть на самом деле есть нетантрические учения, которые даже выше тантры находятся. Таким учением является учение Ати-йоги или учение Дзогчен. Мой учитель Намкхан-Норгу является учителем именно этого учения. Махмуд пишет, мне гуру говорит, что белый свет убивает. Если хочешь убить, пошли человеку белый свет и заполни его. Махмуд, мне очень сложно комментировать то, что сказано. Дело в том, что белый свет не будет никого убивать. Вы можете доверять своему гуру, но какой бы цвет ни был, зеленый, серо-буро-малиновый, фиолетовый, какой угодно, да, на самом деле он не убьет человека. Это невозможно сделать, потому что воображением вы убить человека не можете, на самом деле. Йоги это самые практичные и самые, скажем так, приземленные люди. Поэтому если вы настоящему йогу такую вещь скажете, он будет смеяться. Потому что светом убить человека нельзя, тем более светом, который вы воображаете. Итак, идем дальше. Дзогчен Ати-йога – это высшее учение за пределами тантры, учение о знании истинного состояния. На самом деле, многие, наверное, слышали, да, что йога означает союз, единение. Да? Какой такой союз? Союз чего? Единение с чем и так далее. Вот сейчас мы с вами разберем. Дело в том, что здесь у нас изображен символ Дзогчен. Это высшее тибетское учение, которое находится за пределами тантры, то есть это не тантрическое учение.
Это учение, которое работает на уровне нашего сознания. Вот. И этот символ является символом нашего истинного состояния. То есть то, как все есть на самом деле. Что, о чем я говорю? Так вот, здесь изображена белая тибетская буква А. Обратите внимание, на синем или на голубом фоне, да, окруженная радугой. Что это означает? То есть тут три символа, состоящие из трех частей. Белая тибетская А символизирует наше изначальное состояние. То есть наше осознавание. То есть, когда вы слушаете меня, вы меня осознаете. Чем вы осознаете? Вы сами являетесь осознающим пространством. И это осознающее пространство изображено синим цветом. То есть белая А – это ваше истинное Я, синее пространство – это его качество, да? А радуга – это мир, который проявляется как энергия. То есть то, что мы воспринимаем в себя как человеком, наши мысли, чувства, наше физическое тело, окружающий нас мир, да, на самом деле является цельным пространством энергии. То есть нет раздела. То есть когда например, люди говорят, что есть такое учение, например, Адвайта Веданта, да, слышали такое, Адвайта. Адвайта означает недвойственность. Одна из форм двойственности означает, что человек воспринимает себя отдельным от мира. Если говорить просто. Да. То есть есть я, Виктор Луганский, а есть окружающий меня мир. На самом деле все обстоит совсем не так. На самом деле мы являемся осознающим пространством, которое само генерирует собственную энергию. То есть мы, собственно, наслаждаемся игрой собственной энергии. И внешний, и внутренний мир – это всего лишь одна и та же наша энергия. Но это все очень хорошо звучит интеллектуально. То есть это я говорю интеллектуально. На самом деле йоги не являются интеллектуалами. Йоги являются практиками. Поэтому специальные методы практики существуют в Дзогчен для того, чтобы человек узнал себя как истинное, узнал себя как истинное состояние, истинное я. И тогда происходят очень сильные изменения. Что происходит? Когда человек углубляет знание этого истинного состояния, то есть он пребывает в знании самого себя, знание себя как вот этих символов, да, то наступает такой момент, когда вот эта пуповина, барьер между внешним и внутренним миром рушится. И это и называется союзом. Но в тибетской системе это называется не союзом, то есть это не означает, что что-то с чем-то соединилось. Это означает, что мы осознаем, в конце концов, что никакого разделения не было. То есть, что мы являемся цельными, что мир является цельным, и мы являемся миром, а мир является нами. Но я спешу, так сказать, вас так сказать, обнадежить, не пугайтесь, что вы перестанете существовать как личность, вы будете функционировать, то есть вы останетесь человеком. Как это происходит, это очень сложно объяснить, потому что для этого необходимо практиковать. Почему я это объясняю? Потому что для того, чтобы идти дальше и объяснять принципы кармы, да, и как все это работает, для этого мне нужно было объяснить вам самое главное, вот то, что я сейчас сказал. Ати-йога является родственницей индийской Адвайта-Веданты. Адвайта-Веданта имеет в себе те же самые принципы. То есть Адвайта-Веданта учит тому, что знанию своего истинного состояния. Ати-йога также является родственницей другому, не менее известному учению, махаянского буддизма, мадхьямики. Ну, кто-то из вас таких слов, в общем, таких матюков не слышал, конечно, я понимаю. Но, тем не менее, важнейшим текстом мадхьямики является алмазная сутра. А еще есть такая сутра сердца, вот слышали, да, в ней сказано, о Шарипутра. Поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, нет различающей мысли, нет энергии, нет сознания. Обратите внимание, нет глаз, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума. О чем это тут говорится? Что это такое совершенно ненормальное здесь звучит? На самом деле, имеется в виду вот что. Дело в том, что во сне, например, мы видим и слышим, но не глазами, согласитесь, да, и ушами. В этом участвует наше сознание. То есть то, что мы думаем, живя в этом мире, воспринимая мир, окружающий мир, мы думаем, что мы видим глазами. Это условности нашего мира. На самом деле, если вы заснете, вы будете спать, например, и что-то видеть во сне, то вы видите не глазами, вы видите сознанием и чувствуете. Есть такое понятие в тантре и в буддизме, как сознание чувств. А, собственно говоря, наши глаза, уши и так далее являются вторичными кармическими причинами, на самом деле, только вторичными, а не первичными, для того, чтобы воспринимать, так сказать, свою собственную энергию или так называемый окружающий нас мир.
на самом деле. То есть, на самом деле, с точки зрения высшей йоги, никаких глаз, никаких ушей, ничего не существует. Все это только условно. К чему я веду? Я тебе объясню. Поэтому высшие йогические учения учат о том, что мы сами и окружающий нас мир являемся продуктом нашего сознания. И окружающий нас мир является продуктом нашего сознания. Например, известный фильм «Матрица» – это лишь образная попытка объяснить данный феномен. То есть на самом деле фильм «Матрица» специально такого учения, есть учение, называется «Йогачара». Йогачара и Вишньяновадины были такие, которые, в общем-то, попытались интеллектуально, так сказать, на словах объяснить то, как на самом деле устроен мир. И то, как они объяснили это на самом деле, это то, что рассказывается в этом мире. Но не то, что кто-то, скажем, какие-то роботы захватили мир, имеется в виду не это. Имеется в виду то, что на самом деле мир, который мы воспринимаем, это просто сон, это просто энергия. И, соответственно, очень много этих вещей в этом фильме, и когда мы смотрим этот фильм, мы должны понимать, о чем на самом деле в этом фильме говорится. Современная наука тоже пришла к выводу, что мир – это голограмма. Сейчас существует множество различных фильмов, различных трудов современных ученых, которые утверждают, что на самом деле наш мир похож на компьютерную игру. То есть он строит восприятие нашего мира, строится по тем же принципам, по которым создают компьютерные игры. То есть уже это время пришло, и в общем-то ученые начинают понимать, о чем идет речь. Так, секундочку. Но пока ученые, собственно говоря, разбираются с этим вопросом, скажем так, что есть, а чего нет, тысячи лет назад йоги давно уже знали, как все обстоит на самом деле. И сейчас для того, чтобы разобраться с этим, я расскажу вам очень интересную вещь. Я расскажу вам об учении о шести бардо. Что такое шесть бардо? Шесть бардо, значит, это промежуточное существование. То есть от одного рождения до другого рождения, в колесе перерождения, человек может пройти шесть видов существования. Что это такое и как это нужно понимать? Есть так называемое бардо жизни. Бардо жизни – это наша с вами жизнь. Сейчас вы слушаете меня в бардо жизни, вы воспринимаете этот мир как плотный, как твердый, как единственное существующее и так далее и тому подобное. Но дело в том, что бардо жизни существует до тех пор, пока вы не умрете. Или до тех пор, пока вы не уснете. Об этом немножко позже. Дело в том, что бардо жизни очень важно тем, что в бардо жизни есть, у нас появляется идеальная возможность для того, чтобы узнать, как все на самом деле обстоит. Здесь у нас есть шанс получить учение от учителя и узнать, как все устроено на самом деле. И самое главное, получить йогический опыт для управления перерождениями и обретения бессмертного тела, на самом деле. То есть, с точки зрения йоги, жизнь дана не для того, чтобы просто ее хорошо прокушать, скажем так, да, вот, и сладко ее проесть и проспать. А жизнь дана для того, чтобы осознать, что есть возможности. Что на самом деле существуют большие опасности, что, например, есть опасность умереть. Ну, все знают, что можно умереть, да. Но йоги знают о смерти значительно больше, чем обыкновенный человек. И они понимают, что так как смерти можно избежать, то есть существует такое понимание, как избежание смерти, да, вот, значит, и, соответственно, если этого можно избежать, тогда смерть является очень опасной. Обыкновенный человек воспринимает смерть как неизбежность, да, как то, чего нельзя избежать, и обычно за этой смертью ничего не следует. Но йоги понимают, что за этой смертью следует, как минимум, следующая жизнь. И поэтому йоги стремятся еще при жизни обрести знания, при помощи не интеллектуальное знание, а прямое знание, при помощи которого они могут выйти за пределы жизни и смерти. Это и есть одна из ступеней реализации. Есть, кроме того, в нашей бардо жизни существует еще одно бардо, то есть еще один способ существования. Это бардо сна. Этот повторяющийся изо дня в день опыт таит в себе невероятные возможности. В древних текстах говорится: «Не лежи как труп». Здесь мы можем узнать, что жизнь – это сон, а сон – это жизнь. Дорогие друзья, на самом деле сон – это очень важно, потому что все йоги, практически все йогические традиции используют
использовать так называемые техники сна. Их существует две. Есть йога сна и есть йога сновидения. Это скажут, ну, хрень ветки не слаще, да? Что йога сна, что йога сновидения. Ну, сейчас мы об этом разберемся. Ну, во-первых, мы давайте разберемся, что такое бардо сна. Для обыкновенного человека сон – это просто сон. Это, как знаете, как своеобразный бред. На время человек бредит, типа, потом просыпается и снова живет. Да? Вот. Человек думает, что если он заснул, то это означает, что он лежит где-то на кровати. Да? И человек даже может, скажем так, среди, допустим, во сне вспомнить себя, допустим, да, и подумать, да, на самом деле я нахожусь в совсем другом месте, я лежу на кровати, я заснул. Но на самом деле, с точки зрения высших учений тантры и высших учений айти-йоги, это не так. На самом деле происходит изменение, декорации. На самом деле ваше сознание просто воспринимает другую картину. Вы спросите, а как же те люди, которые видят вас спящим? Это совсем другое дело. Самым важным является то, что конкретно видите вы. Поэтому бардо сна – это является еще одной формой существования, а не просто каким-то сном. И йоги используют, скажем так, этот вид бардо на все 100%. Таким образом. Во сне, например, мы видим и слышим, но не глазами и ушами. В этом участвует только наше сознание. Если вы учитесь просыпаться во сне и действовать, то ваши представления о себе и мире будут разрушены до основания. Почему они будут разрушены до основания? Потому что йог, который практикует специальные практики, специальные техники медитации, а потом специальные техники сна и сновидения, да, этот йог становится все более осознающим во сне. И когда его осознавание во сне достигает такого же уровня, как в повседневности, тогда разница между сном и бодрствованием стирается. То есть вы одинаково во сне ощущаете плотность и твердость предметов, да, так же точно, как и вы ощущаете это в повседневном мире. За одним отличием. Дело в том, что в сновидении, в высокоорганизованном сновидении, в йогическом сновидении, вы можете вытворять все, что угодно. То есть вы на самом деле в сновидении можете летать, можете проникать сквозь предметы, можете оказываться в любой точке Вселенной в одно мгновение. И когда вы это делаете все, когда это все происходит, и когда грань стирается, ну, возникает два феномена. Во-первых, возникает ситхи. То есть эти способности начинают перетекать в повседневную жизнь. То есть когда стирается грань между сном и бодрствованием, на самом деле. То есть бардо сна и бардо сна, скажем так, и бардо повседневности. Да? Вот, это первое. Но самое главное, что происходит, это происходит разрушение шаблона. Вы начинаете понимать, что все, что вы видите, не является отдельным от вас. То есть это происходит именно то, о чем я говорил. Практики буддийской тантры используют йогу сновидений для подготовки к действиям и путешествиям в тонком теле после своей смерти. Те, кто практикует тантры, йогу божеств, практикуют йогу сновидений. Почему? Потому что человеку с той стороны, когда человек умирает, ему необходим высокий уровень осознавания и умение действовать на той стороне. Потому что когда человек умирает, он оказывается по ту сторону, так называемом потустороннем мире, да, он находится в таком же сне, в таком же точно бардо. Если он при жизни не научился во сне полностью контролировать себя и осознавать, то так же точно, как какашка в канализации, он будет себя вести там. Все эти мифы о том, что какой-то человек по ту сторону может общаться с вами, скажем так, что-то помнить и понимать, это все лишь мифы. Об этом говорят настоящие йоги, а не просто какие-то эзотеристы, которые видят красивые романтические истории типа привидения. На самом деле все обстоит совсем не так. Все стоит намного печальнее, потому что если человек не может себя осознать во сне и сосчитать даже до трех, то, соответственно, после того, как он умрет, он не будет ничего понимать. Ветер кармы будет его вести и постоянно разрушать его тело, его ментальное тело, и постепенно человек будет все забывать. Он будет забывать до тех пор, пока он не окажется в новой утробе и снова не родится. Понимаете, о чем идет речь? Идем дальше. На этом же принципе основаны техники сновидения, основаны книга Карлоса Кастанеды. Что делает книга Карлоса Кастанеды? Все восхищаются этими книгами, говорят, вот, они там такие вещи, они там летают, они делают то в сновидении и так далее. Да, конечно, в конце концов магия, как описывает Кастанеда, начинает вытворять то же самое все в повседневности. Потому что грань между этими мирами стирается. Но самое главное, что не написал Кастанеда, это то, что происходит с магом. Маг превращается в сверхсущество. Он перестает быть человеком в том
том виде, каком мы его воспринимаем. Да, это обыкновенный человек, он также кушает, писает, какает, как и мы. Но он видит мир совсем по-другому и является высшим существом по сравнению с обыкновенным человеком. Махмуд говорит, я понимаю, что сплю, пытаюсь менять события. Махмуд, я вас тоже понимаю, что вы сказали. Я вас уважаю. Но практики Дзогчен, в отличие от тантрических практик, то есть используют не йогу сновидений, а йогу сна для сознательного прохода через фазу смерти и узнавания своего истинного состояния, что и называется полной йогической реализацией. То есть что это такое йога сна? Дело в том, что мы испытываем каждый день, когда мы засыпаем, мы испытываем маленькую смерть. Что это такое? Дело в том, что как человек умирает? Когда человек умирает, он проходит фазу черноты. То есть когда тело его умирает, да, сознание полностью разрушает, значит, основные праны, которые связывали его ум с его телом, полностью разрушаются, и он попадает в состояние беспамятства, в состояние черноты. И когда его вышвыривают по ту сторону, так называемый потусторонний мир, да, он оказывается в чистом пространстве своего осознавания. Если человек не практиковал в жизни практик йогических для осознавания, не для того, чтобы просто кайфовать. Некоторые думают, что медитация нужна для того, чтобы испытывать кайф или испытывать покой. Это все только для дилетантов. На самом деле медитация, настоящая медитация, а медитация это просто слово, на котором кроется очень много-много различных техник, да? Они предназначены для высшей йоги, они предназначены для полной реализации человека и достижения вот этих результатов, да? Так вот, если человек при помощи специальной медитации научился использовать йогой сна и проходить осознанно эту фазу, да, соответственно, он не может достигнуть высшей реализации, которая ждет настоящего йогина сразу после того, как он умер. Есть также бордо йогов, то есть в этой жизни, пока вы еще не умерли, существует еще один вид бордо. Этот вид бордо называется бордо-йога. Что такое бордо-йога? Называют его в Тибете самтен-бордо. Настойчивый практик йоги обретает ситхи, то есть сверхвозможности. А это значит, что он оказался в бордо-йога. Теперь нет субъекта и объекта. Он реализовал единство, о котором я с вами разговаривал. Теперь нет сна и бодрствования. И самое главное, нет смерти, которой надо бояться. Нет смерти, которой надо бояться. Потому что для него смерть не существует. Смерть существует только для тех людей, которые не натренировали свое сознание, которые не отождествили себя с истинным «я». Махмуд меня поймет. Понятно, да? Так вот, что же такое бордо-йога? Давайте мы с вами разберемся. Я вам сейчас это объясню. Итак, когда человек достигает такого уровня осознавания, что он свободно проходит фазы сна, это значит, что он может легко, он свободно умирает. То есть его сознание, как нож под масло, проходит фазы, все фазы смерти, все фазы умирания, сохраняя свою осознанность. И у него появляется, и, соответственно, такой уровень осознавания разрушает полностью ту перегородку, которая его якобы отделяла его от окружающего мира. То есть, когда я говорил вам то, что мы являемся цельным пространством, осознающей себя энергией, да, это и есть тот момент. И когда этот барьер рушится между внешним и внутренним, то смотрите, если я могу двигать своей рукой, то почему бы мне не двигать, например, не двигать какими-то предметами снаружи? Соответственно, об йогах пишется, что йоги начинают управлять стихиями. Какими стихиями? Эти люди не горят в огне, не тонут в воде и вытворяют очень много различных вещей. Они летают по небу, они делают все, что угодно. Это называется бордо-йогом. Но что еще бордо-йогом? Когда человек оказывается в бордо-йогом, то он встречает в бордо-йога очень много реализованных существ. Этот человек продолжает оставаться в повседневности, он контактирует со всеми людьми, он может контактировать со своей женой, со своими детьми, он может контактировать с любыми другими людьми, но тем не менее этот человек видит совсем другие вещи и контактирует со многими другими существами различными. Наталья, что делать для осознания себя во сне чаще? Во сне нужно посмотреть на свою ладонь, это получилось один раз. Наталья, для того, чтобы управлять с нами, нужно не читать ни книги Карлоса Кастанеды. Ведь Карлос Кастанеды только дал наметку, то есть он написал красивую историю. Он много наврал, но он наврал не специально, не потому, что он плохой человек,
Он написал это для людей, чтобы людям было интересно и чтобы они обратили на это внимание. На самом деле, для того, чтобы осознавать во сне, для этого нужно практиковать специально, практиковать и учиться у йогов. Вы не можете просто захотеть, очень много людей на различных ресурсах, которые являются космонавтами, да, они пишут о том, как они летают в пустоте, как они всякие вещи делают, они врут. Я объясню почему. Для того, чтобы это делать, необходимо учиться под руководством учителя, а не читать книжки Кастанеды. Я вас огорчу. Но на самом деле это не означает, что вы не можете это делать. Вопрос какой? Вы хотите осознавать во сне для того, чтобы вам было интересненько во сне? Или для того, чтобы вы действительно хотите, вы боитесь смерти, вы хотите избежать смерти, скажем так, и реализовать, соответственно, высшую юридическую реализацию, да? Так вот, на самом деле можно осознавать во сне, но для этого нужно учиться, и чтобы учитель вам объяснил, как это все делается, за счет чего это делается, и самое главное, зачем это вам нужно. Тогда вы сможете это практиковать. Итак, продолжаем дальше работать с бардо сна. Управлять событиями во сне, опять же, то же самое можно. Либо событиями во сне, либо здесь. Для этого нужно учиться йоге, для этого нужно не просто увлекаться йогой сна, у вас ничего не получится. Это очень сложная вещь, и это стоит больших вещей. Это не стоит ни денег. Это стоит много времени, много усилий. Вам придется менять свою жизнь. На самом деле. То есть вам не получится делать это между чаем, скажем так. Ну, пришли, немножко там помедитировали. А, ну я там, допустим, там, может быть, я буду управлять во сне. Так не получится. Вам нужно будет учиться в серьезной системе, и когда вы придете к учителю и скажете, я хочу управлять вещами во сне, он вас вежливо отошлет. Итак, идем дальше. Что же такое бардо-йога? Итак, примером бардо-йога является Шамбала. Вот здесь я взял просто, сделал скриншот и вырезал кусок из интернета с одного из сайтов. Это такая спекулятивная тема Шамбала, есть даже общество шамбалиста, я слышал, да? Но я сейчас вам расскажу, что такое Шамбала на самом деле. Так вот, люди говорят и спорят, о чем понятия не имеют на самом деле. На самом деле, если вы будете учиться у настоящего тибетского йога, тибетский йог в конце концов вам объяснит, что такое Шамбала. Дело в том, что примера бардо-йога является Шамбала. Она существует, но только в бардо-йогах. И только для тех, кто реализовал йогу Калачакратанты. То есть Шамбала не существует. И она же существует. То есть Шамбала существует только в бардо-йога, она существует для реализованных йогов. Более того, есть различные тантрические линии. У этих тантрических линий существуют разные чистые земли, так называемые. Чистые земли это, скажем так, это миры, которые образовались в результате практики этих йогов. Ну я грубо так объясняю, скажем так, да. Поэтому Шамбалу видят даже не все йоги. Шамбалу видят только те йоги, например, которые практикуют Калачакратанту, скажем так. Махмуд пишет, после Симарона сплю 4-5 часов, смотрю сон, управляю, слышу, что проходит в доме. Как ходит и разговаривает, родственники, сплю, но могу сказать закрытыми глазами, вы не мешаете, я сейчас досмотрю сон и пойду завтракать с вами. Ну, Махмуд, видите, Махмуд у нас йог, серьезный человек. Он, соответственно, управляет с нами. Итак, вы поняли, что такое Шамбала и что такое бардо-йога? Идем дальше. Бардо-умирание. И вот, наконец, жизнь прошла и наступает бардо-умирание. Все люди умирают, на самом деле тело человека все равно умирает. Тело человека может жить очень долго. Тело человека может жить более 500 лет, и даже более, наверное. Но, во всяком случае, китаец, который реально прожил 256 лет, Ли Цинбин есть такой, да, 256 лет, а он, когда ему было 100 лет, он встретил даосского йога, который прожил уже 500. И именно даосский йог подарил ему технику, даосскую технику внутреннего эликсира, на самом деле. Вот. И соответственно, он дожил до 256 лет. Но дело не в этом. Рано или поздно все равно тело умирает. Так вот, то, что рождено, умрет. И умирающий человек вспоминает прошедшую жизнь как сон. То ли была, то ли нет. Впереди скорый конец и неизвестно. И уже почти ничего нельзя сделать, соответственно. Признаки приближающейся смерти. На самом деле в тибетских текстах существует много этих признаков, но у нас нет времени на то, чтобы читать все эти вещи. Да? Я вам расскажу общего характера. Значит. Ну, во-первых, в первый день лунного месяца при надавливании на глазные яблоки
в темноте, вы выключаете свет, надавливаете, да, вы не видите света. То есть, когда вы его просто так надавливаете в темноте, да, то увидите, там такие круги возникают, да. Так вот, если в первый день лунного месяца при надавливании на глазные яблоки вы не видите этого света, это признак очень неприятный. Это не означает, что 100% вы умрете, но это очень неприятный признак, особенно если у вас тяжелая болезнь. Далее, пропадает естественный шум в ушах. Что такое естественный шум в ушах? Когда вы заходите в очень тихую-тихую комнату, допустим, или летним знойным днем, где-то в тихом месте, да, вы входите в эту комнату и вы слышите звон такой, звенящая тишина. Что звенит в звенящей тишине? В звенящей тишине звенит энергия наших каналов. То есть энергетические каналы, энергия наших внутренних каналов двигается, и она звенит. Это и есть звон, который мы слышим. Звон в ухе, когда, да, это все звон собственно, нашей собственной энергии. Так вот, когда шум в ушах прекращается, это тоже очень плохой признак. Далее, по снам, снится, что человек спускается с горы в темное место, или его туда ведет черный человек или зверь. То есть вниз, темнота, темный человек или зверь, то есть вот такие вот сочетания, скажем так, это тоже плохо. Далее, регулярно снится заход солнца, луны, опять-таки, заход, конец, понятно, да, то есть такие вещи. Дальше что еще есть? Есть такое качество, значит, как сильная перемена характера, злобность и раздражительность. Бывает так, что человек при жизни был очень добрым, и тут вдруг, допустим, он начинает, что-то с ним начинает происходить такое, да? Особенно если это пожилой человек, больной человек, да, то, соответственно, можно предположить, что этот человек готовится к смерти, он этого просто не осознает. Ну и кроме всего прочего, все эти, в общем-то, признаки значит, смерти, признаки смерти. Если не возникает у вас под утро, то есть под утро вам снятся подобные вещи, соответственно, да, то, соответственно, это очень плохо, потому что под утро, именно перед тем, как вы просыпаетесь, и именно те самые вещи сны, о которых все говорят. То есть в это время сны, которые указывают на что-то серьезное и на то, что нужно обратить внимание. Как происходит, значит, в идеале, значит, в тибетском буддизме описывается, значит, как происходит процесс умирания. Сначала выходит из равновесия 5 пран. Сначала разрушается всепроникающая прана. И когда разрушается всепроникающая прана, она отвечает за физическое движение. То есть тело становится ватным. Вот, затем разрушается поддерживающая жизнь прана. И когда разрушается поддерживающая жизнь прана, то человек начинает плохо слышать и плохо видеть, возникает нарушение функционирования органов чувств. Далее происходит нарушение нисходящей праны. Когда возникает нарушение нисходящей праны, человек становится очень нервным. Далее, значит, когда нисходящая прана нарушена, значит, восходящая прана, соответственно, нарушается. Когда нарушается восходящая прана, вам не очень хорошо, у вас возникает одышка. А потом возникает нарушение, поддерживающее огонь праны, вот, и тогда она становится холодно. Это первые признаки того, что возникает нарушение праны. И когда поддерживающий огонь прана нарушается, начинает разрушаться пупочная чакра. Пупочная чакра разрушается потому, что с нее начинается наше рождение. То есть, когда начинает развиваться зародыш, появляется сначала пупочная чакра. Затем начинается разрушаться элементы. То есть, весь мир состоит из 5 элементов. Огня, земли, воды, огня, воздуха и пространства, их вмещающих. И эти элементы находятся в нас. И, соответственно, эти элементы начинают разрушаться. То есть, не просто наши плотное тело это, или кровь, там, понимаете, вы должны понимать, это как энергии, как качество определенной энергии, да? И вот они начинают, эти функции начинают разрушаться. Сначала, значит, земля начинает растворяться в воде. Когда земля начинает растворяться в воде, как говорят, ну, растворяться в воде, это образное представление такое, чисто из тибетской медицины, тибетской йоги. Значит, это, значит, соответственно, человек испытывает тяжесть во всем теле, и он уже самостоятельно не может ходить. Он все время просит, чтобы его приподняли на подушке, потому что такое ощущение, как будто нечто давит, не дает ему нормально дышать и двигаться. Потом происходит растворение воды в огне, и тогда возникает сухость. То есть
все слизистые оболочки начинают высыхать, и человек страдает от жажды, ему хочется пить. После того, как это произошло, начинается растворение огня в ветре. И когда начинается растворение огня в ветре, то сначала человека бросает то жар, то холод, и в конце концов жар проходит, и человеку становится холодно, и он уже не может согреться вообще. То есть это все, что я рассказываю, это описывается медленное умирание человека, что он чувствует. То есть если человека сбила машина насмерть сразу, конечно, он этого все не почувствует. После этого происходит растворение элемента ветра в пространстве. Что происходит? Тогда человеку становится трудно дышать. Тогда возникают вот эти патогенные дыхания. Знаете, предсмертное дыхание, там, дыхание Чейна-Стокса и так далее. Это вот об этом. Тогда возникает, и в конце концов человек делает последний выдох, и наступает смерть. После того, как прекращается внешнее дыхание, внутреннее дыхание, энергетическое, еще продолжается. И начинается растворяться мужской и женский элемент. Что такое мужской и женский элемент? Это означает, что когда человек, мать и отец начинают новую жизнь, тогда объединяется белый элемент отца и красный элемент матери. Между ними возникает сознание перерождающегося человека, и тогда начинает развиваться здоровье. Так вот, начинает растворяться мужской и женский элемент. В голове у нас находится белый отцовский элемент. По мере того, как он растворяется и начинает движение вниз, у нас исчезает 33 состояния сознания, связанное с агрессией и отвращением. И мы ощущаем, что все окрашивается белый цвет. Вот эти вот 33 сознания, связанные с агрессией и отвращением, это то, что наполняет у мужчины правый энергетический канал. Сегодня мы с вами проходили. Понятно, откуда ветер дует? Далее. Затем красный элемент матери начинает движение вверх из места своего обычного расположения, ниже пупка. Мы чувствуем, что все окрашивается в красный цвет и теряем способность испытывать то состояние сознания, относящееся к сферам привязанности и желания. Это то, что наполняет левый канал у мужчины и правый канал у женщины. Когда белая эссенция отца и красная эссенция матери встречаются на уровне чакры сердца, растворяется 7 состояний сознания, связанных с невидимым, центральный канал. И все становится черным, и наступает настоящая смерть. Махмуд, я извиняюсь, времени мало. Я бы вам с удовольствием ответил на ваши вопросы, но сейчас, если у меня времени хватит, я отвечу на вопросы. Пожалуйста, не обижайтесь. Так, сейчас, секундочку. Так, тут Елена спрашивала, если снится, что я из огня или воды. Ну, сложно сказать, Елена, мне сложно сказать, что это может означать. Так, секундочку. Идем дальше. Итак, когда человек оказывается по ту сторону, когда он проходит фазу черноты, он оказывается лицом к лицу со своим бессмертным сознанием. Он оказывается в бардот-харматы. Бардот-харматы – это бардо истинного состояния, когда человек, любой обыкновенный человек, может оказаться в знании своего истинного состояния. То есть знание себя как вселенской сущности, то есть себя как божества. Это условно. Когда я говорю божество, пожалуйста, не воспринимайте это как-то по-особенному. Так вот, очнувшись в первое мгновение, человек увидит свет своего бессмертного осознавания. И также он услышит звуки. Эти звуки так пугающие, этот свет так пугающий ярок, эти звуки настолько громкие, что человек хочет от них спрятаться, потому что он не понимает, что это, он не может узнать себя и свою собственную энергию. Вот, поэтому он старается спрятаться, и таким образом его вышвыривает отсюда, и он оказывается следующим бордо. Бордо становления. Я написал здесь стих. Каким-то странным был тот день. Был свет, но я не видел тень. Взглянул я в зеркало в упор, но отражения не нашел. Это бордо становления. Это тот самый тот свет, на самом деле. Или еще называют иногда это место чистилища. Это действительно чистилище. Что видит в этом бордо практик Шитро? То есть практик, который практиковал йогу Шитро. Значит, вместо беспорядочных и ужасных видений, видимых простым человеком, видит божеств, мандалы, которые суть его собственной энергии. Узнавая их, йог использует их для ориентации и управления ситуацией в потустороннем мире.
Благодаря практике при жизни Бог способен с легкостью выбрать место и условия для последующего рождения. Или же не рождаться более совсем. То есть, когда вы будете читать тибетскую книгу «Мёртвых», все, что там описано, может видеть только йог, который все это визуализировал на самом деле. Если йог это не практиковал, то пусть он хоть трижды в сотом поколении тибетец, он никогда этих божеств разноцветных не увидит, о которых там написано в тибетской книге «Мёртвых». И на самом деле это божество мандалы, визуализацию которой он практиковал много лет на самом деле. Для того, чтобы в этом посмертном состоянии, да, соответственно, потом пользоваться. Это, знаете, как все равно, в пургу, знаете, в тех местах, где очень холодно, где постоянный снег, там от дома к дому натягивают канаты, по которым людям двигаются. Я жил долгое время на Северном Урале, значит, и там такие ситуации были в моем детстве, да. Использовались такие вещи. Так вот, собственно говоря, вот эти практики божеств, которые практикуют, это тот шнур, который позволяет практику не заснуть и быть осознающим, не просто осознающим, узнавать свои собственные энергии и управлять своим перерождением. То есть учение тантры и дзогчен – это путь к бессмертию и контролируемым перерождением. Что видит простой человек? Простой человек переживает видение, связанное с культурой и местом своего бывшего проживания. То есть, если он тибетец, он видит различные, то, что его вложила тибетская культура, там, верование, скажем, в тибетский ад, там, допустим, различных существ и так далее. Соответственно, его собственная энергия будет приходить в этом виде. То есть, он будет видеть сон с различными этими существами и, соответственно, с членами своей семьи и так далее, окружение. Вот. Он не будет видеть то, чего он не видел при жизни, на самом деле. Вот, эти видения похожи на сон, но этот человек не будет понимать этого, что он уже умер. Вместе с тем он может видеть свой дом и своих близких, и может видеть потусторонних существ Бордо, мгновенно оказываясь в разных, порой устрашающих местах. В Бордо становления человек находится в среднем 49 дней. Узнаете, да, в христианской традиции 40, а здесь 49 дней. Что происходит эти 49 дней? Бордо становления человек находится в среднем 49 дней. В это время постепенно его личность разрушается и полностью стирается память, а теперь уже прошлой жизни. Но самое главное в бордо становлении человек закладывает основу для условий следующей своей жизни. В зависимости от совокупности эмоциональных реакций на видение бордо карма человека созревает, и он попадает в один из шести миров. Йоги при жизни тренируются в осознавании и готовятся к этому виду бордо, так как здесь существует опасность рождения в нечеловеческих мирах или в очень неблагоприятных условиях в человеческом мире. Каким образом формируется и созревает карма? Структура нашего осознавания такова, что на самом деле мы сами весь воспринимаемый нашими органами чувств окружающий мир есть не что иное, как пространство нашего осознавания. Все воспринимаемое нашим сознанием как внутри, так и снаружи есть наша собственная энергия. Воспринимая ежемгновенно огромный поток информации, нашей энергии, собственной энергии, восприятие нашим сознанием проходит 4 стадии. Восприятие объекта, чувственная оценка, сегодня 3 канала, помните, 3 канала, да? Значит, и растворение, помните, белый, красный свет, чернота и так далее, да? Значит, чувственная оценка, то есть либо негативная, либо отвращение, либо привязанность, либо нейтральная реакция, да? Далее, развлечение. Развлечение – это то, что делает наш мир предметным, объектным, то, что не позволяет сливаться в одно сплошное поле. То есть мы выделяем объекты, и мы их узнаем, и наша память регистрирует и позволяет узнавать, что это предметы. То есть предметы. Вот. И, соответственно, четвертая стадия – это бессознательное впечатление, привычки. То есть когда наши эмоциональные реакции постоянно одна и та же, то начинается слагаться привычки соответственные. То есть либо отвращение, либо привязанности, либо нейтральности. И на этом уровне слагается так называемая карма. То есть карма – это не просто примитив. То есть люди думают, вот если я хорошо буду поступать, то все будет хорошо. Если я буду плохо поступать, то все будет плохо. Оно, конечно, так, но только это очень примитивно. И на самом деле дело не в этом. На самом деле вот в том, что наши 6 органов чувств воспринимают огромный поток информации, который постоянно проходит эти 4 стадии.
и постоянно складывает различные реакции. Галина, что дает отпевание или другие обряды при погребении? Вы знаете, мне сложно сказать, что дает отпевание. Я могу вам сказать, что важно для человека до того, как он умрет. Очень важно покаяться. Это точно, 100%. В Тибете существует не отпевание, в Тибете существует начитка. То есть читает человеку Бардо Тидол. Читает только тем людям, которые... Имеет смысл читать только тем людям, которые понимают, о чем идет речь. Для того, чтобы еще 3 дня после смерти органы чувств человека связаны тонкой энергией с его тонким телом в потустороннем мире. Поэтому, когда вы его отпеваете, человека, да, вот, отпевание наверняка является благим делом, соответственно, вы ему таким образом помогаете, так как еще 3 дня он может воспринимать эту энергию, понимаете? Я так это могу объяснить. Я просто как бы на ходу пытаюсь объяснить, потому что я могу объяснить с точки зрения тибетских учений, да, но вот если будет, допустим, говорить о христианских, то примерно так. Итак, вот таким образом формируется карма на самом деле. В каком виде карма себя проявляет в последующем рождении? Есть так называемые первичные кармические причины, и вторичные кармические причины. Первичные кармические причины – это наши склонности, внутренние склонности, например, склонности, например, к гневу, например, или к тому, чтобы мучить живых существ, или наоборот, к тому, чтобы защищать ценой жизни, например, то есть самоотверженное сострадание, допустим, да, то есть есть различные качества физики. Здесь я изобразил человека на картинке разными качествами, как бы, я это имел в виду, да, вот, значит, то есть различные качества внутренние, да. Так вот, эти различные качества проявляются благодаря вторичным кармическим причинам. Какие? Человек может быть настоящим маньяком, настоящим убийцей, до поры до времени не проявляя этого. Ну, например, я живу в Луганске. Здесь идет война до сих пор. Когда война начиналась, здесь был очень сильный, бардак. Здесь был сильный хаос. И поэтому некоторые люди, которые были вроде бы добропорядочными, нехорошими, они решили, что это их золотой час, и они начали просто заниматься грабежами. Почему эти люди так поступили? Почему эти люди раньше были хорошими и приличными? Потому что на самом деле они себя не проявляли таким образом, потому что не создали условия. То есть не было условий безнаказанно. Это как пример. На самом деле можно примеров привести много. Есть положительные примеры, когда человек, который воевал, не рассказывает. Ты знаешь, говорит, я все эти крутые люди, которые раньше обохвалились, и которых я уважал, да, с нашей улицы, они просто говнюки и засранцы. Почему он так назвал? Потому что они, говорит, были трусливыми негодяями, которые бросали людей своих на поле боя. Вот. А те пацаны, которых я не уважал, говорит, которые были тихими, да? Эти люди ценой своей жизни спасали своих товарищей. Да? И теперь я к ним хорошо, и теперь понимаю, что я был неправ. То есть он рассказывает о том, что разные люди в разных ситуациях по-разному себя совершенно проявляют. Махмуд говорит, например, перестройка. Перестройку, да, люди себя проявляли очень по-разному. Так вот, что такое первичные кармические причины? Причины чего? Так вот, вторичные кармические причины – это внешняя обстановка. И на самом деле, имея различные качества внутри, да, оказавшись по ту сторону, да, мы не знаем, что мы умерли. И это наша большая проблема, потому что мы воспринимаем все за чистую монету и реагируем. Если мы привыкли гневаться, то мы реагируем гневливо. И, соответственно, гнев может привести к очень плохим перерождениям. Соответственно, если мы даже родимся человеком, мы можем родиться в очень плохом месте, где нас убьют. Или где мы проживем очень недолго. То есть мы можем родиться в племени Чумба-Юмба, где нечего кушать, например. Или родиться, например, в сытой европейской стране, например. Да? То есть все зависит от того, каковы наши первичные причины. Итак, что же это на самом деле за причины? Причины чего? Какие такие причины? Причины чего? Причины болезней, причины несчастий и причины потерь. Причины всех страданий, короче говоря. То есть существуют такие причины кармические. Так. У нас практически нет времени, к сожалению. Но хотя давайте мы с вами быстренько сделаем. Итак, чтобы устранить причины физических и эмоциональных страданий, а также избавиться от дурной участи в этой жизни и последующих перерождениях, давайте прочитаем вместе мантру Ваджрасаттвы, очищающую негативную карму.
Есть такая мантра Ваджрасатвы, это мантра открытая, то есть эта мантра не находится под самайей, то есть она не запрещена для передачи простым людям, даже не верующим, допустим, материалистам или не буддистам, скажем так. Но эта мантра обладает очень мощным свойством. Она уничтожает семена кармы. Почему эта мантра сословая? Потому что когда мы с вами говорили о том, что растворяются элементы, помните, красный элемент, белый и потом растворяется невидимое в черноте, да? Всего, если вы сложите 33, 40 и 7, это будет 100. Так вот, 100 слов, мантра Ваджрасатвы, это 100 этих энергий, на самом деле. То есть каждая из слов этой мантры очищает вот эти кармические, главные кармические причины. Итак, давайте мы эту мантру с вами вместе прочитаем. Я начну, а вы будете потихонечку за мной повторять. Читайте. О, Ваджрасатва самая, манупала я, Ваджрасатва твинопа, и что ты думай бава, супа шею мы бава, анурахту мы бава, сарва сиди мы прояча, сарва карма ты самая, читап шиен курухум, ха-ха-ха-ха-хо, хагавай, сарва татагата ваджрамамы муча, важи бава маха самая сатва, а. О, Ваджрасатва самая, манупала я, Ваджрасатва твинопа, и что ты думай бава, супа шею мы бава, Амурахта мы бава, сарва синди мы прояти, сарва карма ты самая, читам шиит курухум, ха-ха-ха-ха-ха-ха-гавы, сарва татагата ваджрамамы муча, важи бала маха самая сатва, а. Ом Ваджрасатва самая, манупала я, Ваджрасатва твинопа, и что ты думай бава, супа шею мы бава, Анурахта мы бава, сарва синди мы прояти, сарва карма ты самая, читам шиит курухум, Ахахахахохагавэн, сарвататагата ваджанамэ мунча, ваджибала маха самая сатва самая шуде Будет запись, вы можете за мной повторить, поэтому не пытайтесь, не расстраивайтесь, если вы сейчас не смогли это сделать. Вы увидели, о ком стиле это читаю. Не смотрите на мудрый. Мудрый – это не самое главное, совершенно не главное, поэтому не прощайте, потому что мудрые вам эти не помогут, потому что то, что делаю я знаю, что делаю, а вы не знаете. Итак, продолжаем. Итак, чтобы устранить причины страданий, продлить жизнь, стать сильным, удачливым и иметь отменное здоровье, необходимо использовать методы очищения своего кармического тела, то есть энергетического тела. Бонские учителя говорят кармического тела боли. То есть оно приносит вам боль, собственно говоря. Этому вы можете научиться на курсе обучения трем тантрическим методам кармического очищения. Это настоящие вещи. Это настоящие методы древней Ваджраяны, а не выдумки современных эзотерических фантазеров. Это методы, практикуемые вместе настолько мощны, что могут не только избавить от тяжелых болезней, но и разрешить множество материальных проблем в вашей жизни. На курсе вы узнаете все о тантрических методах очистки кармы, избавляющих от болезней и внешних проблем, о том, как на самом деле формируется и очищается карма, а не так, как это описывают фантазеры современного эзотеризма. Как ваша карма и ваши болезни связаны с системой кармических ветров, каналов и чар, и как, управляя этими ветрами, избавляться от болезней, проблем и дурной участи. На курсе вы научитесь технике чтения мантры пяти элементов для очищения кармического тела, тибетской техники дыхания и управления тремя главными энергетическими каналами, техники избавления от негативной кармы и болезней с помощью 9 очищающих дыханий, техники выделения и удаления негативных кармических образований, техники раскрытия 5 главных чакр и устранения блокировки энергетических каналов, а также вы научитесь 5 специальным упражнениям дьянам, талунг, для очищения кармических ветров и каналов, соответственно. Сегодня вы можете существенно сэкономить по традиции, приобретая курс, так как для участников вебинара по традиции в течение 2 дней действует скидка 30%. Скидка 30% действует лишь в том случае, если вы делаете заказ прямо сейчас. Но оплатить его можно в течение 2 дней. Для получения курса обучения трем тантрическим методам кармического очищения со скидкой 30% вместо 3600 всего за 2400, переходите, пожалуйста, по ссылочке в чате. Вот Надежда вам сейчас ссылочку скинула, переходите, дорогие друзья. Но это не все, дорогие друзья. Я для вас приготовил сегодня много подарков. Те же, кто приобретет курс этот
сегодня до 24.00 получит от меня подарок. Подарок видеокурс «Как оздоровить органы, воздействуя на чакры и каналы». В результате изучения этих упражнений вы сможете оздоравливать любую часть тела, исцелять любой орган, исцеляющий воздействовать на целые системы органов, включать процесс общего восстановления своего организма, а с помощью дополнительных занятий и моих консультаций даже научиться исцелению других людей. Переходите по ссылочкам, приобретайте курс обучения трем тантрическим методам кармического очищения и получайте от меня еще один замечательный подарок, дорогие друзья. Итак, переходите по ссылочке, заполняйте форму соответствующую, имя, имейл и телефончик, и нажимайте кнопочку «Оформить заказ». После этого выбирайте любой способ оплаты, который вам подходит, оплачивайте. И после этого, после подтверждения оплаты заказа, вы получаете доступ на занятия на вашу почту, дорогие друзья. Что это значит? Это значит, что я присылаю со своего электронного адреса вам ссылочки для скачивания этого курса. Но это не все. Если вы приобрели курс, то вы становитесь моим учеником. Это вас ничему не обязывает. Но это обязывает меня. Это означает, что при приобретении курса, если вам что-то непонятно, я вас бесплатно консультирую. Неоднократно, то есть сколько захотите, только и проконсультируйте до тех пор, пока вы не сможете выполнять нормальное упражнение. То есть можете не беспокоить. И третья выгода от того, что вы приобретите этот курс, вы получите доступ к другим курсам. То есть у меня есть множество курсов. Это не единственный курс. У меня есть курсы очень такого утилитарного характера, например, как излечить, допустим, суставы там, или позвоночник, то есть более простого, физического, так сказать, не духовного характера. Вот. И много-много очень другого различных курсов, которые вы будете, став моим подписчиком, сможете приобретать на 3% дешевле. Вот такие, соответственно, выгоды сотрудничества со мной и приобретения моих курсов. Итак, дорогие друзья, переходите по ссылочке, приобретайте, пожалуйста, курс. Вот, значит, а на этом я, собственно говоря, заканчиваю. Сейчас, секундочку, посмотрю. Так, Марина пишет, благодарю, огромная благодарность вам за информацию, проведение практики. А где вы живете? Марина, я живу в Луганске. Мирослава, плиз, благодарю, верните мантру на экран, пожалуйста. Марина, Мирослава, не верну, будет запись. Вы возьмете эту запись, и в этой записи посмотрите, и как я пою, и как мантра звучит, и так далее. Вера, спасибо, до встречи на ваших курсах. Спасибо, спасибо вам, дорогие друзья. Так, что у нас тут еще? Так, Махмуд. Махмуд, вы меня благодарите? Я вас тоже благодарю, вы очень активно сегодня участвовали. К сожалению, я не смог ответить на все ваши комментарии. Вот, примите мое к вам уважение. Редко встречаются люди, которые реально являются практиками. Примите мое уважение и успехов вам в вашей духовной практике. И удачи, соответственно, здоровья вашему учителю. Так, Наталья, спасибо, а можно в ринах? Наталья, я думаю, что все можно, просто договоритесь, пожалуйста, с Надеждой, соответственно. Договоритесь с Надеждой, и все просто решатся сразу. Это не проблема. Так, дорогие друзья, вопросы закончились, я так понимаю, да, потому что сейчас уже будет выступать следующий спикер. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Крепкого вам здоровья, успеха во всем, так сказать. Вот. И скажем так, чего еще вам пожелать? Удачи и здоровья. Всего хорошего. До свидания. Так, выхожу.